В Совете Федерации Федерального собрания завершаются дни Ульяновской области. Среда для ульяновской делегации началась со встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Губернатор Сергей Морозов преподнес сенатору большой букет белых роз. Валентина Ивановна поблагодарила ульяновскую делегацию за интересную выставку достижений региона. Это такая хорошая возможность показать область на федеральном уровне. На федеральной площадке рассказать о том, о достижениях, о тех лучших практиках, которые у вас работают в той или иной сфере. И, конечно, внимание средств массовой информации, чтобы знали, как живет славная Ульяновская область. Я знаю, мне докладывали, что прошли хорошее заседание всех 10 комитетов на Совете Палаты вчера, коллеги. Также сенатор отметила, что Дни региона в Совете Федерации – это отличная возможность для глав районов не только представить свой муниципалитет, но и набраться опыта у федеральных коллег.